Итак, боец синего угла, fighting out of the blue corner. Ему 31 год, рост 170 сантиметров, вес 62,5 килограмма. Профессиональный рекорд 16 побед, 5 поражений. И его стиль бразильское джиу-джитсу. Ladies and gentlemen, he's 31 years old. He stands 170 centimeters tall. Official weight 62,05 kilos. As Brazilian jiu-jitsu specialist with professional record 16 victories and 5 defeats, representing Coari Amazonas, Brazil, he is Cleverson Carrillo Silva. Его соперник в красном углу клетки. And his opponent fighting out of the red corner. Бойцу 31 год, рост 170 сантиметров. Его вес 61,6 килограмма, а стиль ударная техника. Профессиональный рекорд. 11 побед, 4 поражения. Ladies and gentlemen, he 31 years old, standing 170 centimeters tall, official weight 61.6 kilos. And a striker with professional record 11 victories and 4 losses. Из Баксана, Россия, приветствуйте, Ислам Мешев. Your referee in charge, Лукаш Босацкий. Итак, легчайшая весовая категория. На очереди Ислам Мешев против Клеверсона Силвы. Солдата де Кристо, именно это написано на спине у Клеверсона, воин Христа. Сейчас он очень хлестко работает по ближней ноге Ислама Мешева. Хороший джеб от бразильца, тут же лоу-кик. И, возможно, и хотел Ислам Мешев перейти к борьбе, но не тут-то было. Грамотно пресекает пока все эти попытки бразилец. Вообще есть целый ряд бойцов из Бразилии, которые очень хлестко работают лоу-киками. Пытается ответить Ислам Мешев. Пока отстреливается бразилец, держит на дистанции, но пространства у него за спину не так много. При этом делает достаточно успешно. Вновь попытка подсечь здесь. Хорошо в голову попадает Миша. Неплохо ей прихватил там ногу. Начинается у нас клинч, борьба в стойке. Очень важный момент. Проверяет бойцы, кто физически сейчас сильнее. Да, опять же, повторимся, что здесь будет очень важную роль играть. Вот это колено! Да, фактор физических кондиций достал. Посмотрите здесь Карильо. Еще раз пытается. Силва очень пластичный боец. Да, будет навязывать вот этот ритм Ислам Мешев. Контролируя сетки, он будет сам правильно распределять силы. Но готов ли в этом ключе действовать его оппонент? Там был один стомп со стороны Ислама Мешева. По-прежнему левым коленом пытается работать по второму этажу. А бразилец и здесь коротко боковым Ислам отвечает. Размашисто действовал Ислам Мешев. Здесь опять лоу-кик. И его ценой пытается ответить, контратаковать по голове Мешев. Джеб. Довольно низкая стойка у Клеверсона. И, ты знаешь, Рома, уже несколько раз на грани фола пробивает Мешев. Бэкфист по воздуху. И здесь опять жестко. Да, разнообразно работает Ислам, поддерживает его публика. Одиночно очень хорошо стреляет Карильо. Много работы по воздуху. Только его перехитрит. И плотно на сближении старался атаковать Ислам Мешев. И любопытно, локтем навстречу на сближении как раз отвечал уже Клеверсон Силва. Очень здорово. Ну что ж, середина первого раунда. И по-прежнему у нас борьба была только в стойке. Неплохо. 5 едва, едва не подхватывает ногу. И вообще, все-таки мы не можем не говорить об этом лоу-кике по левой ноге. Там есть уже и покраснение. Очень своевременно бразилец выбрасывает эти удары. И если все продолжится в стойке, то кто забирает ноги, тот и будет иметь преимущество. По внутренней решил атаковать бразилец. Но обрати внимание, не стал лететь дальше Ислам Мешев. Просто поджал и здесь уже пытается так более прагматично наносить удары без какой-либо спешки. А приличный вес он набрал бразилец после взвешивания. Да. Да, было пара превышений, но все бои состоятся, все в порядке. Фактурный Клеберсон полностью согласен. Здесь опять попытка подхватить.
едва-едва не настигает своего оппонента Ислам Мешев, но не спешит опять бежать оголтело вперед. Это будет очень тяжелый бой. Здесь навстречу неплохо. Понял, что запахло жареным здесь Силва и вышел сразу же из-под прессинга. Еще раз отметим, бразилец очень давно выступает в Лиге ЕСЕИ. Боец очень аккуратный, осторожный, духовитый, прекрасно дышит. Вот так вот с кондачка его не взять. Иди с корпуса на голову, неплохо переводил акцент. По корпусу получилось, по голове нет. Так или иначе, еще пару очков Ислам Мешев заработал. Показал проход, дальше не пошел. И здесь здорово, навстречу попал все-таки. Единожды точная попытка тейкдауна. Вовремя отскакивает назад Ислам Мешев. А вот здесь уже тревожный звонок отчасти для Ислама. Бразилец почувствовал уверенность, он пошел в борьбу. Попытался это сделать. С прихватом ноги, здорово. Докрутят ли здесь, и начинается борьба. Попытка прохода в одну ногу, но все-таки на корпусе, я думаю, что остановится Ислам Мешев. Не будет здесь низко лезть, там хорошо подхватил его за левую руку, соответственно, Карильо. Вот та самая работа возле сетки, о которой мы говорили. По корпусу старался опять левым коленом довольно высоко пробить бразилец. Сейчас метил солнечное сплетение на сближении. Хорошая атака от Ислама Мешева. Завелся, завелся боксанец. Очень хорошо начал атаковать и здесь неплохо отвечает. Перерыв. Второй раунд. Раунд 2. Раунд под номером 2 начинается. Ready. Ready. Итак, смотрим. Первым пошел вперед Ислам Мешев. Его лоу-кик был неудачным, что не скажешь о таком же действии со стороны оппонента. Все очень осторожно. И удалось мне подглядеть в одну судейскую карточку, на которой фигурируют цифры 10-9 в пользу Ислама Мешева. Да, учитывая эту информацию, опять же, она неконечная, потому что судья у нас не один. Пятеро специалистов. Жестко, жестко здесь в размен пускаются два бойца. И надо отметить, что очередной лоу-кик прилетает под ближнюю ногу. С вертушки в область печени пытался зарядить Клеверсон Силва. Попал, но не настолько, чтобы серьезно потрясти. По-разному готов работать бразилец в этом поединке. Причем действует довольно легко, широкая стойка. Тоже готов он креативить. Поджимает Ислам Мешев. Ищет возможность для того, чтобы пробить. Выходит из этого прессинга. Периодически Клеберсон вот сейчас на опасной дистанции находился. Качает Ислам. Но не попадает так, чтобы можно было это занести в зачет. И не всегда Клеверсон следит все-таки за количеством метров или сантиметров у себя за спиной. Да, иногда вот так втыкаясь в сетку, как раз отпружинивает обратно и находится на опасном расстоянии от своего визави. Хорошо, по корпусу сразу серийно пробивает Ислам Мешев. И вновь у нас уже 2 минуты поединка в этом раунде позади. Борьбы нет. Как же все-таки руки на месте у Сильвы. Мешев очень здорово, правильно по-боксерски заходит за эту руку, левым боковым начиная или заканчивая атаку. Но посмотрите, как обороняется Сильва. Постоянно у него руки на месте. Застаиваться здесь ни в коем случае нельзя. Понимает это и бразилец, но продолжает пропускать. Ислам уверенно набирает свои очки.
Да, в голову мало чего прилетает, но все-таки и в область селезенки, и в область ребер в целом ислам попадает больше. Интересно, а нет ли задачи вот так по-бразильски, как это часто бывает, дать возможность вымахаться и потом в следующем раунде взять свое? Вполне возможно. С другой стороны, Мешев работает собрано. И опять левый снизу, правый прямой. Моментально чувствуется, что наработана эта связка до автоматизма у российского спортсмена. Корпус щупает периодически Мешев. И какой пропускает левый боковой. На скачке получилось широко. И вновь отмечаем, что максимально разнообразно готов работать Клеверсон с силой. Здесь пропустил удар, закрывается. Но опять же, сколько чистых там было. Почувствовал вкус вот этот вот попадание Ислам Мешев. И чуть более откровенно пошел вперед. Ни в коем случае не заигрываться. Статистика на ваших экранах только что была. Там серьезное преимущество на стороне Ислама. Небольшая пауза. Разбит нос, кстати говоря, у Силвы. Качает Мешев, вовремя отскакивает назад. Здесь опять размашисто. И еще, вполне вероятно, там сечка на лбу у бразильца. Тут уже ноги подключает Ислам. Джемом достает бэкфист по защите. Во второй раз пробивает подобным образом Ислам Мешев. Первый раз было по воздуху. Второй раз по защите. Может быть, третий раз зайдет. Последняя минута. Лоу-кик. Все очень аккуратно. Да, очень важно поймать сейчас здесь свой темп, в котором Ислам Мешев набирает очки. И если первая пятиминутка была прям очень близко, то здесь, мне кажется, устойчивое небольшое преимущество Мешева прослеживается. Да, абсолютно точно. Он идет вперед, он больше попадал. И я здесь, наверное, соглашусь все-таки с коллегой. Тем не менее, Клеверсон Силва точно еще не все показал в этом поединке. Очень терпелив этот спортсмен. Но раунд уже заканчивается. Хорошо, по печени. Великолепно, под локоть. И здесь еще раз бэкфист, третий раз, пока все по защите. Уровень концентрации бразильца пока сохраняется на должном уровне. Руки не опускаются. Ну и как известно, в нашем спорте опускать руки – это вообще дело неблагодарное. Очень тяжелый и энергозатратный получается раунд в целом для Ислама Мешева. Он так опирается на сетку, жадно пьет в воду. Нелегко дается, безусловно, вся эта активность. Опять же, разговор про кондиции. И вот здесь жестко попал Клеверсон Силва. Обратите внимание. Классический заход с левого бокового. Еще раз то же самое. И попадает с левой Сильва. Заканчивается перерыв. Лукаш Базецкий всех выгоняет из клетки. И пришлось как следует поработать Катманом с головой Клеверсона Силвы. Ну что ж, 5 минут всего осталось. И сразу же пошел он в борьбу за цеп. Не получилось, тем не менее, на коленях на несколько секунд оказался Ислам Мешев. Вот такое оригинальное начало от бразильца. Ногу он заправляет, широкая защита от Мешева. Замкнул захват на ногах и висит просто практически уже на Исламе, но он знает, как выпутываться, а вот колено было страшным. Ну что ж, дебют этого раунда остается за бразильцем, чем ответит Ислам. Ой, как плотно здесь было, но уже правым коленом. Вот весь бой в основном левым пробивал бразильц, причем очень высоко, мы помним. А тут право плотно получилось, апперкот.
да, каким все-таки заряженным вышел на этот раунд. Клеверсон, еще одна попытка тейкдауна, здесь не совсем удачно. Опять колено долетает и мгновенно разбивает нижнюю губу, насколько я понимаю, Исламу Мешеву. По бедру. Пока то, что мы видим от бразильца, это совершенно иной ход ведения поединка, иная манера. Но если какие-то мысли по поводу исхода первой пятиминутки у Клеверсона и могли быть, то второй раунд он точно упустил, и сейчас нужно наверстывать. Еще одно колено было в голову Исламу Мешеву. Вяжет его возле сетки Ислам. Отдает шею. Ну что, рискнет? Нет, не стал. Еще одно колено. Как легко выбрасывает их Селва. Да, сильно разбито лицо, насколько я понимаю, у Ислама Мешева. Там кровь капает уже на соперника. И на выходе. Да, неплохая серия атак. Но, опять же, очень много ударов вскользь. Здорово взорвался Ислам Мешев. Еще раз подхват. Здесь уже за спиной российский спортсмен. Локоть с разворота. Это было очень опасно. В лучших традициях Джихада Юнусова. А, и самую главную задачу бразилец решил. Он вновь на дистанции, он на ногах. По-хорошему завелся. Молниеносный удар с правой руки. Здесь же джеб. Попытка побороться здесь, зайти в борьбу. Мешев за счет корпуса хорошо защищался. И оказывается прижатым к сетке. Пытается выйти из этого непростого положения. И как же все-таки цепко работает. И опять колено. Сломан нос. Посмотрите, с какой частотой льется кровь из носа у Ислама Мешева. И, конечно же, затруднено дыхание. Вновь статистика по ударам. Это, в принципе, по всему бою. Но в этой пятиминутке преимущество наблюдается у бойца из синего угла. Впереди еще 2 минуты. Попытка зацепа неудачна. Вновь колено. Отчасти все-таки, наверное, немножко я был прав, что переждал вот этот вот наступательный порыв во втором раунде. И посмотрите, как сейчас активизировался в третьей пятиминутке Клеберсон Силва. И сам на себя не похож в лучших смыслах этого слова. Локоть на коротке был от Клеверсона. И, наконец-то, разрывается дистанция. Кто заберет последние секунды в этом противостоянии? Очень опасно. И отдает здесь шею. Нет, не получится гильотина у Силвы. Да, очень тяжело дышать Исламу Мешеву. Но идет вперед на характере. Пытается поймать сближающегося с ним бразильца. Вовремя убирает ногу. Клеверсон начал уже как юлить. Он очень легко себя сейчас ощущает в ногах. Подбадривает Ислама Мешева и пробивает бэкфист уже Клеверсон. Такой очень читаемый был эпизод в целом. И стало понятно, что будет делать Клеверсон Силва. 40 секунд. Проход показал Мешев. Дальше не пошел. Очень опасно. Да, очень жестко пускались в обоюдный вот этот размен парни. Еще одна вертушка. Колено в прыжке. И здесь забирает борьбу. Ислам Мешев бросается вперед, сжигая буквально последние секунды. Мы видим, что функционально прекрасно готов Клеверсон Силва. Здесь бросить пока не получается. Может быть, тейкдаун? Нет. В итоге выигрывает бразилец. Удар был легитимный. Бой завершен. Прекрасный поединок мы с вами посмотрели. Скорее всего, третий раунд бразилец забрал. Но второй однозначно забрал Ислам Мешев. Первый, получается, одним из самых главных. Да, как это ни странно, на нем будет большой акцент. Да, как будто бы ждал этой третьей пятиминутки Карильо. И если бы еще был четвертый раунд, судя по его состоянию и форме, то только-только разогнался, будто бы бразилец и готов провести еще 5 минут. Ждем решения.
Ислама Мешева 7 побед решением, все поражения тоже решением. Итак, Александр Загорский поднимается в клетку. Ну а бразилец уже празднует победу. Не рановато ли? В завершении боя обратимся к судейским запискам. Ladies and gentlemen, after the end of action, we go to the judges' scorecards. Судья 1, 29-28, Джордж 1, 29-28, Мешев. Судья номер 3, Джордж номер 3, 29-28, 29-28, Силва. И судьи 2, 4 и 5 одинаково оценили поединок, 29-28. And judges 2, 4 and 5 are in agreement, scoring the same, 29-28. Таким образом, раздельным решением судей победу одержал your winner by split decision, Ислам! Ислам Мешев выигрывает в этом поединке раздельным решением судей. Ну что ж, уже две разделки на ICE 134. Все будет чем плотно, конкурентно, а самое главное, интересно. Ждем продолжения.